10 интересных фактов. Факт первый. Дата рождения. Дмитрий Менделеев родился 8 февраля 1834 года в Тобольске. Никто не знал, что этот малыш когда-нибудь станет одним из величайших ученых мира. Факт второй. Гениальный человек. Дмитрий Менделеев – гениальный химик. Он включен в список как физик первого класса. Он смог освоить область геологии, метеорологии и гидродинамики. Факт третий. Химическая технология. Есть много других дисциплин, которые Менделеев освоил, когда был жив. Ошибочно считать, если думать, что он хорош только в области химической технологии. Он был хорош в физике, химии и экономике. Факт четвертый. Сбор данных. Многие ученые основывают исследования на собственном сборе данных. Похоже, что у Менделеева был другой подход, когда он проводил исследования. Он связывался с другими учеными по всему миру по поводу собранных ими данных. Факт пятый. Нобелевская премия. Как и другие величайшие ученые мира, Менделеев получил Нобелевскую премию по химии. Заслуга изобретателя в создании первой периодической таблицы элементов позволила ему получить это престижное достижение. Факт шестой. Доктор медицинских наук. Если вы посмотрите на периодическую таблицу, вы увидите элемент с атомным номером 101. Это менделеевий. Название происходит от Дмитрия Менделеева. Факт седьмой. Внешность. Поскольку он всегда подстригал волосы раз в год, вы можете видеть, что у него была длинная борода и волосы. Факт восьмой. Российское химическое общество. Одним из отцов-основателей Российского химического общества был Дмитрий Менделеев. Благодаря этой организации все ученые, живущие в США и Европе, могли общаться друг с другом. Факт девятый. Публикация. Органическая химия была его печально известной публикацией. За публикацию он получил Демидовскую премию. Эта премия считалась самой почетной неправительственной наградой в Российской империи. Факт десятый. Кончина. Когда Менделееву исполнилось 72 года, он скончался в Петербурге. Дмитрий Иванович Менделеев являлся почетным доктором многих университетов и почетным членом Академии и научных обществ ведущих стран мира.